Всем привет, друзья! Сегодня мы посмотрели зарубу с Ислама Бадургова против Игоря Войтенко. И сейчас сделаем краткий обзорчик такой, расскажем, что было, как они вообще зарубились, кто выиграл и так далее, да? Ну, для начала расскажем, что вес Игоря 75 килограмм и вес высушившегося, там, как... Короче, подсушился немного Ислам, у него вес 72 килограмма. 72 килограмма, да. В зале было много народу, наверное, больше 50. Для маленького зала Игоря это довольно, да, там просто завален весь зал был. Вот, первые подходы шли по 10 повторений у ребят. То есть они там, наверное, где-то до 5-го подхода шли по 10 повторений. Также нужно сказать, что... Приехал Сарычев, Бодимания снимала. На Матч ТВ приехали. Да, Матч ТВ приехали, будет там в прямом эфире, либо как в записи, не знаю, будут показывать, сможете посмотреть на Матч ТВ. Мне кажется, интересно, по телеку посмотреть будет. Вот. Ну и другие известные люди тоже были. Также нужно учесть, что на пятом подходе, уже на пятом подходе, Ислам стал сдуваться в жиме лежа. То есть Игорь шел до конца там по 10 повторений, до какого, не знаю, до 13-го до подхода. Нет, до 15-го подхода он делает. До 15-го подхода по 10 повторений. Вот, а Ислам где-то уже на пятом подходе сделал 8 либо 9, что-то такое. То есть уже стал падать. У Ислама жим довольно слабенький получается. На шестом подходе Ислам сделал уже максимум 5 раз. На шестом подходе 5 раз. Ну, как он говорил, он уже целый год не тренировался. Как говорил. Не целый год, он вроде сказал полгода, либо 6, либо 7 месяцев. Уже это все равно очень давно. Да, штангу в руки не брал. Игорь на девятом подходе легко делает по 10 повторений, просто спокойно, как и на первом, так же. Даже не напрягается, даже не вспотел, блин. На девятом подходе просто изи было. За 15 подходов 148 повторений у Игоря было. 150, да. 150 повторений практически. За 15 подходов всего лишь там 2 раза не доделал. Да? По десятке все время шел, угу. И где-то 9,9 сделал. У Ислама всего сотка. Да. 50 повторений в отрыве было. Это очень мощно. Да, то есть за 15 подходов 148 повторений у Игоря. У Ислама 100 повторений. Ну, в принципе... Такой стандартный, для человека, который в зал не ходит, ну, более-менее, да. Ну, это очень хороший результат. Это хороший результат, да. То есть, он не занимается в зале, он воркаутер, железом вообще практически не работает. У Игоря идет по 6 повторений на 17-м подходе, по 6 повторений. С Исламом они уже как бы сравняли все, у Ислама тоже там по 5, по 6 повторений идет. Вот, ну, практически на равных, да. Разрыв в 60 повторений был. Ой, повторений, то есть... Подходов у Игоря получилось меньше, чем у Ислама. В 60 повторений разрыв. Это просто огромный. Ислам бы там, наверное, после зарубы это еще долго-долго бы делал до конца. Если еще учитывать то, что он делал по 6 повторений, то это как минимум 10 подходов. Да, то есть... 2 минуты, то есть это 20 минут перерывов и еще. Это очень жестко было. Полчаса перерыв. Игорь бы запарился ждать. Реально. Вот. Игорь сделал за 23 подхода. 200 повторений сделал за 23 подхода, ну, в принципе, как и раньше делал. Угу. Он вроде тоже 23 либо 24 подхода здесь было. И самое интересное, что в конце он сделал 10 повторений. Казалось, это не сделать, он же до этого у него почти по 5, по 6 сделал, и в конце бам, десятку. Это вообще офигительный результат. Ну вот, собственно, с жимом мы рассказали такую подробную, более-менее подробную такую схему, как это все происходило. Санек расскажет про подтягивания. Да, ну в подтягиваниях на самом деле все очень просто было. Начал Ислам делать, и он сделал непрерывно 25 повторений, просто чистейших. У него был очень мощный выдох каждый раз, всегда было четко зафиксировано и полностью разогнуты руки. То есть вообще к технике не придраться. Он сделал 25 повторений, и за 120 секунд в итоге у него получилось 42. Потом начал делать Игорек, он сделал, по-моему, где-то 18-19. Он делал 8, потом 7. Ну, да, да, ну да. То есть он частями делал. Он частями делал, но другую технику выбрал. У него разрыв был достаточно мощный. То есть он сделал в итоге 31 повторение. То есть это все-таки 11. Ну как мы предсказывали. Да, то есть как мы сказали, 1-1 будет 100%, потому что Ислам профессиональный воркаутер, он спокойно сделает эти подтягивания. Но при этом на самом деле было неожиданно, что настолько большой будет разрыв у Игорька, что он настолько сильнее в жиме, этого я, конечно, не ожидал. Ну, в принципе, в жиме он красава, конечно, топит как царь. А в подтягиваниях, конечно же, 11 повторений разрыв тоже довольно большой. 11 повторений не так легко, когда у тебя мышцы забиты. Ну, конечно, конечно. Вот. Поэтому 1-1, все красавчики, победила дружба. Ну, как обычно. Вот, друзья, сделали такой краткий обзор, кто не смотрел. И сейчас мы приложим последнюю часть, 120 секунд, подтягивания.
Сейчас будет целый ролик, я снимал с телефона у вегана, у друга Игоря шла трансляция в Инстаграме. Если вам интересно, то посмотрите. Потому что никто не транслировал вообще, ни Игорь, ни Матч ТВ, они обещали, никто не транслировал. Ну, естественно, вы увидите еще в хорошем качестве, но сейчас приложим еще в довольно плохое качество, конечно, с телефона снимать. Ну что, друзья, спасибо за внимание. Наслаждайтесь зарубой 120 секунд. Увидимся в следующем выпуске. Всем удачи. Пока. Четко, технично делает. 10, 11, 12, 12, мощно выдыхает. Я думаю, вам слышно 15, даже. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Я напоминаю, он хочет сделать 30 за 30 секунд. 25 сделал. Видно, физика у Руслана упала все-таки. 30 секунд прошло, да, вот Кирилл засекает. Кирюха секундирует ребятам. Поехали дальше, работает и все. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, уже побит рекорд легендарного Cannibal Fokin. Слышите, Ислам, если кто-то смотрел, Ислам с Ганнибалом снимал видео, где Ганнибал 33 раза подтянулся. Вот, заценил этот челлендж от Игоря. 36 37 38. Игорь поддерживает. 40. Вот, еще 20 секунд у Ислама осталось, уже 40 сделал. Вот. Довольно-таки мощный результат. Если кто помнит, я делал 40. Давай сделаем. 41. 42. 5 секунд. 43. Давай! Давай! Еще! Еще! Все. Время. Как пошло? Как только нагрузь, я сотру. Может, магнезия? Нет. Игорь без магнезия. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У Игоря, видно, тактика есть. Немного сделал, 8 раз сделал. И сейчас посмотрим. Тактика грубой силы, скажем так. 13. 14, 15, 7 раз. 16, 17, 18. Давай, 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 бро. 19. 45 секунд. Давай, давай. 20. 21. 54-21. Давай, давай, Игорек. 22. 23. Давай, 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 давай. 24. 24. Давай, давай. Но после жима тяжело, наверное, да, делать? Да, это очень сложно. Попробовал поймать сейчас Игоря, насколько это не просто, когда ты выдохнулся, забить смог. Но в жиме, да, жестко получилось. Пипец, какой отрыв был.